Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Devil Play. И мы продолжаем с вами игру под названием Anima. Это видео я снимаю сразу же после предыдущего видео, так как решил не перезапускать игру, так как ее если перезапустишь, то все пропадает, все исчезает, локации меняются и все остальное. Поэтому решил сразу записываться. И вот здесь будет один сюрприз. Вот этот сюрприз. Босс. Арабетта какая-то. И пипец, я уже, делал запись. Ну, там я, так сказать, жестко матерюсь. И не факт, что на этом видосе я не буду материться, конечно. Но, тем не менее, там, грубо говоря, запись шла пустую. Вот эта фигня, она еще призывает клонов. Она атакует жестко. И клон ничуть не хуже нее атакует. Хоть бы какие-то ограничения дали бы клону. Вот, и соответственно, я просто бомбит. Жестко меня от этого босса. Даже в самый ненужный момент она начинает применять вот такие вот скиллы. Или они начинают сразу обе атаковать в один момент. И все просто качается к чертям. Вот, все. Не прошло и полгода, оно вызывает клон. И, соответственно, начинает опять жестко нас лупить вместе с вот этой хренью. С одной еще справиться легко было бы, а вот с двумя это просто жесть. Ну, я чуть-чуть наловчился, может, поэтому сейчас лучше. Честно говоря, вот это самый у них хреновый, вот этот жесткий скилл. Почему я уже ее хорошенько потрепал? Потому что... Повезло, что на этот раз она не использует так часто его. Все, мы ее победили. Yes. Ребята, yes. Вы что понимали, я где-то 20 минут сделал запись о том, как я ее мочил, мочил, и потом просто бомбанул, психанул и нафиг ударил его видос. А в этот раз у меня с первого раза получилось, ребят. Да-да. А вообще о чем я? Не-не, я прям с первого раза победил, конечно. Ладно, хорошо, шучу. Ну, действительно, это был босс просто жесткий, это жесть, я не знаю. Ну, конечно, да, я мог бы пойти там прокачаться, там, повышать уровни, там, не знаю, купить там шмот, там, так далее, 5-10. Мне только приходилось телепортироваться в город, ремонтироваться и обратно. Вот, как-то так. Ну, и мы победили, победили, победили. Но я скажу вам, ребята, это было жестко. Это просто на этот раз мне повезло, что оно не так часто вот эту вертушку начало использовать. Вот, если бы она начала эту вертушку использовать, то это пипец. А еще самое жесткое, когда они обе начинают эту фигню использовать, и уже от них никуда, ни от той, ни от клона не убежать. И тогда начинается вот весь прикол. Ну, мы справились, как видите. Все, и попали в тюрьму. За то, что мы завалили, замочили эту. Даже не знаю, как ее назвать. Прикукуренную. Кстати, в чем я разобрался? У кузнеца то, что продаются... Шмотки, они, может, и не редкие, но они, тем не менее, не такие уж и безнадежные. Там, ну, по крайней мере, например, какой у меня, например, да, но редкое, да, но все остальное, но требуемый интеллект 2. А там есть посох, который требует 30 интеллект, но, тем не менее, там урон намного больше. Ну, насколько намного? Ну, на 40, но, тем не менее, согласитесь. Все равно, как ни крути, оно мощнее было бы, чем то, что у меня сейчас есть. Фух, наконец-то я ее прошел. Хорошо, что вы это не видели, то, что там, и не надо оно вам, зачем оно вам надо. Не, конечно, интересно, прикольно посмотреть, как бомбить человека, но... Ну, ребят, я думаю, мне сейчас еще будет бомбить, бомбить и бомбить. Но я же не знал, что я ее так... О, сейчас, кажется, меня опять начнет бомбить.
Не, ну лучше уж так, я там в этом видео говорил, что лучше пускай будет посложнее, чем настолько бы легко и просто было, что аж прям, ну реально, ребят, ну прям аж скучно было, честно говоря. Что-то он застыл, этот босс. Опа, синий амулет попался. А ну-ка посмотрим. Кстати, это что у нас? А, это, наверное, тот самый крест. Где же амулет? А вот он. Определяем. Такое себе, конечно, поиск золота. Мне вообще, в принципе, по большому счету сейчас не нужно золото. Там, в принципе, цены низкие. Ну, не знаю, может, в дальнейшем в игре понадобится. Там уже мы нашли выход. А точнее, вход на следующий этаж. О, офигенно, конечно. Нужно зайти к лучнику, чтобы его стукнуть. Да ну его нафиг. Сейчас меня опять начнет бомбить. А, хотя можно вот этих повытаскивать оттуда. Потом зайти уже добивать босса. А что-то он тупит, этот босс. О. Интересно, что-то мощное выпало хоть. Хотя не, вроде. Обычный шмот. Так сказать, не сильно высокого уровня. Кстати, я заметил, что сейчас... Да, может быть и посложнее переходить на следующие этажи, не прокачавшись. Но тем не менее, смотрите, мы сейчас перешли. Да, не так может просто. Но тем не менее, зато как быстро левел прокачивается. Ну, согласен, это лучше, чем торчать на одном уровне и по 10 часов прокачивать уровень на слабых мобах. Лучше перейти побыстрее на следующий этаж. На следующий уровень. Ну, чтобы и, соответственно, получать больше опыта. Оп. Классно, да? Прям получилось. Они там по лестнице поднимались, прям дамажил скиллом прям по всем. И жестко. Ох ты, чуть не убили. Мне вот интересно, это музыка... Музыки нет или музыка просто так тихо настроена? Ну, музыка, конечно, не топовая, но тем не менее, лучше пускай будет. А то вообще скучно будет без музыки. Не, музыка, знаете, не скажу, что оно самое главное в игре, но оно не самое, так сказать, не главное, как бы. Ну, я не знаю. От музыки больше ощущений уже от игры бывает. От музыки, ну... Музыка вообще-то классная игра. Если хорошо еще подобрана вот эта музыкальная сопровождаемость игры, то это офигенно в играх. Оно, в принципе, и запоминается, и все остальное. Потому что в некоторых играх, да, это, ну, фиговая музыка, в принципе, ее можно отключить и поставить какую-то другую музыку, слушать. А есть игры именно вот конкретно, знаешь, вот без той музыки, которая там звучит, игра была бы уже не та. Так, второй этаж тюрьмы. Ну, босс все-таки, скажу вам, интересный был. Ну, так как он появился, это уже прикольно, уже игра становится интересней. Интересно, дальше какие боссы будут. Вот эта аура такая дурацкая фигня, то что закрывает мобов. Угу, уже редкое кольцо выпало.
Так, давайте ее изучим. В принципе, кольца по большому счету, они именно для этого и нужны, чтобы бонусы давали. Опять же, жизнеспособный, магический урон. Ого, вот это хорошо. Классный нам кольцо упало. Шипы какие-то еще. Ну, шипы, наверное, это, ну, ответный урон, да? Посмотрим, что у нас. Магическое сопротивление, такое себе, конечно. Магическое сопротивление. Давайте вот поставим это. Где у нас обозначается урон? Генерация, жизнь, скорость атаки. Манна, физический ущерб один, магический. А вот магический ущерб. Да, становится 83. Это классное кольцо мы нашли, я вам скажу. Так, шлемы, да, у нас еще тут и на все, как я понял. Хоть где-то обозначалось бы хотя бы, какого уровня шлем. Ну вот это то, что посильнее. Что у нас тут? Шлемная находка, поиск. Ну, это, конечно, находка неплохо, чтобы больше выпадали волшебные предметы. О, броня еще какая-то. Это что? 5 защиты, это у нас 14 защит. Это хорошо. Броня увеличивается. Здоровье, шипы, броня, жизнь. Ну, я думаю, вот это мы можем заменить на вот это здесь, что у нас было. Блин, это тоже дает волшебную находку. Так. Ну, ничего, хорошо. Хотя, пускай шлем останется. А хотя, фиг с ним. Или оно будет выпадать, или не будет выпадать. Думаю, от этого большой разницы не будет. Зато сейчас будет покрепче. Ох ты, нифига себе. Что-то я переборщил. Переоценил защиту от новой брони и шлема. Так, не то. Какой мы уже уровень? Мы уже 11. 11 уровень. Кстати, можем прокачать вот это. Не можем, а даже нужно. Пускай, если там выпадет, конечно, нам что-то получше, то, так скажем, то выпадет там то, что требует 30 интеллекта. Если не выпадет, можно будет в город сходить, там купить простой посох, но тем не менее он будет мощнее этого. И, соответственно, пользуется им на здоровье, так скажем. Уже нашли переход на следующий этаж. Еще один шлем выпал. Ага. Этот шлем, походу, должен быть, по идее, мощнее того, что у меня сейчас есть. Давайте его изучим. Плюс 16, значит, говорил же. Мана, шипы, броня, жизнеспособная генерация. А что дает? А ну-ка посмотрим, что у нас больше дает. У нас что, у нас броня 30. Сейчас. А теперь 41. Ну, как бы, эти 14%, они больше будут играть роль тогда, когда у нас там 100 брони, там 150 брони, там, не знаю, вот тогда. А при 30 брони это 14%, это даже, грубо говоря, 1% не дает. Поэтому, ну, это фигня сейчас ни к чему. Я думаю, лучше взять вот это, одеть. Еще что там есть. Ну, и там здоровье, ну, такое. А где это все такое? Был маленький мини-босс. Просто обычно они здоровые бывают. Что такое? Опа, мы взяли 12 уровень. Скоро, получив 13 уровень, мы сможем прокачать следующий скилл. Это хорошо. Большие карты, однако, скажу вам, большие подземелья. Ух ты, уже быстрее начали валить вам. 59. А чё так мало урона? 59. Ну, тут у нас показано, сколько у нас урона. Где? Магический урон. 85.
А по факту 59 летает в нем. Наверное, это зависит от того, что, так скажем. Еще, наверное, у мобов есть какая-то своя сопротивляемость к магическому урону или черт его знает. Все. Тупик. Ну, не то чтобы даже большие, а знаете как. Теперь мне надо, чтобы ту сторону посмотреть, надо теперь мне опять-таки обойти чуть ли не пол карты, чтобы туда вернуться, оттуда попасть, и так далее, и там подобное. Ну что ж, вернемся, давайте посмотрим. Ничего ли мы ли не пропускаем, тогда, когда не очищаем весь этаж. Да и плюс как раз чуть прокачаемся, может, до 13 дойдем. Побольше бы их в куче этих мобов, то бы можно быстро прокачаться и легко. Тут тупик. Не, ну реально, это было жесть. Этот босс, ну просто, ну, вынос мозга конкретно. А чё, куда, откуда пройти? Отсюда, ну вот лестница, не заметил сразу. Кажись, мимик. Что-то он парил в воздухе. Но мимик это хорошо. С него вроде бы неплохие штучки всякие разные падают. Но он, блин, жесткий тоже по-своему. Ну, конечно, если попадет. Хотя даже и так. О-о-о. Прикольно. Что такое? Места не хватает? Да ну его нафиг. Так, сейчас пропадет. Где? Что? Выкидываем нафиг. Все выкидываем, лишь бы... А, подожди, не все. Это что такое было? Ух ты. Давайте пока закинем. А это что у нас? Шлем. Это у нас щит. Щит нам не нужен, так как у нас двойное оружие. Так, давайте это тоже выкинем. Что еще можно выкинуть? Это что у нас? Тоже выкинем. И подбираем. Опа, все взяли. Так, что это у нас будет? Надеюсь, на мага. Оружие. Легендарный посох. Уникальность плюс 6 к телепортации. Телепортации пока у меня нету. Магический урон увеличивается на 28. Скорость атаки увеличивается на 50. Нифига себе. Мана и интеллект.
А ну-ка. Пробуем его в деле. Где же мобы? Куда все попрятались? Как назло, сейчас никого нету. А, кстати, я задавался, по-моему, редкий. Значит, фиолетовый лучше редких, а легендарный самый лучший. Вот сейчас мне легендарный посох выпал, ребят. Он мне выпал, а тем не менее, мне не надо его испробовать. Ну, сейчас перейдем на следующий этаж. А, вот. А вот и... Нашлись бандиты. 48, 48, 54. Ну, это по боссу, наверное, 54. Ну, ожидалось, конечно, помощнее что-то, но тем не менее. Все, и мы еще и уровень вдобавок получили. Это хорошо. Это выкину. Кольцо подберу. Может, оно быть получше того, что на мне. Там, в принципе, только одна сопротивляемость стоит, и все. Вот такие вот дела, ребята. Оно хоть и легендарное, но тем не менее, может быть, не знаю, может, я не замечаю. Если вы замечаете такие особые какие-то изменения, а я их не вижу, может быть, не вот не основной урон, вот это по 54, но там те, то било сколько? Давай сейчас посмотрим. 52, если не ошибаюсь. Но оно простое, понимаете, оно простое. А это легендарное. И разница в 2 урона, ну, это какой-то бред. Ну, сколько? 59 даже, она даже слабее бьет. Ну и нахера то? Ну, зато он легендарный, ребят. Как-то так. Давайте вернемся в город. Там, в принципе, ножницы, наверное, и есть. Вот это, найти ножницы. Там, кого вы? Гнуть. Гнусь. Как оно? Гнусь называлось. Наверное, это оно было. Так, а что я так... А, ножницы я завалил. Выполнен. На кого я сдать, пока еще не знаю. Потерянные солдаты, в принципе. Эти цветы. А где это гнусь? Ну да, гнусь, да, вот это. Кстати, потерянных солдат я так не нашел. А, в тюрьме. Может быть, сейчас в тюрьме найду. Поэтому надо будет тюрьму уже оббегать как надо, как положено. Так, что там еще у нас? Посмотрим, кстати, изменилось что-то. Да, кстати, уже здесь вроде бы какие-то еще арбалеты появились. Я просто в предыдущем видосе там, ну, вне видео, если так сказать, не видео, там просматривал, вроде бы арбалета не было, и этого топора, если не ошибаюсь. Ну, вот такие вот дела. Ну что, ребят, мы на этом заканчиваем. Надеюсь, вам понравился видос. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и Фейсбуке. Вот, если не хотите пропускать новые видео, ставьте колокольчик. И не будете пропускать. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи, всем пока.